Так, ну вот розжиг примуса АПГ, который дал поиграться Алекс Шмидт временно, пока идет розжиг спиртом. Сейчас посмотрим. В инструкции записано 15 качков, сделал 25-30. Спирта налил достаточно, как по мне. Даже излишне. Кубика 3, наверное. Ну вот, нормально. Работает тихо, ну, как шмель, по сути. Можно попробовать чайник поставить. Что можно засекать. У нас 7 минут было. Попробуем закипятить литр воды. Литр гарантированно, там даже больше. Такой аппаратик, ключ. Непонятно, что это за малое отверстие. В форсунке не подлезешь, пока не снимешь вот эту всю черную нахлобучку. Она же подставка для посуды. И колокол надо отвинтить, чтобы до форсунки не доберешься. Ладно, кипятим. Так, ну, прошло меньше 6 минут. Уже там внутри весь аж бурлит. Пусть не смущает то, что он не свистит. Просто здесь нерабочий свисток. Заправил калошей, я не сказал это вначале. Ключик надо снимать, поскольку нагревается достаточно сильно. Ну, сейчас, раз, сейчас игла уже полезла. В целом аппарат неплохой. Андрюха уже делал обзор. Плавная регулировка. В общем, вот такой вот аппарат.